Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 19 августа, 3 часа ночи, наш ежедневный обзор магазина. Друзья, сегодня что мы там будем вангуем? Вот это, скорее всего, вправо, да? И останется ли вот бэтменовская вся движуха от Бэтмена интересна? И будут ли новинки, да? Ну все, все как всегда, в принципе, вопросы одни и те же. Текс. Что у нас есть? У нас есть летний Ронин, который люди, я вот не помню, выходил он уже, нет, этим летом? Прошлым помню, этим не помню. Мне лично летний Ронин не зашел, я не покупал, даже не думал. Выходил, кстати. Я особо и не думал. Да, выходил, стоп-то. Я не думал его покупать в том году, мне что-то он не зашел. Не брал его по той причине, что у меня есть обычный, и я за него не играю абсолютно. Летний, ну, меня не заинтересовал, я и не стал брать. Два стиля, в рубашке, без рубашки. Все. Дальше кирочки. А, нет, дельт. Классный дельт за 800. Очень даже достойный. Но как и в том году, так и в этом году я говорил, что меня смущает цвет. Я не знаю, под чего, под что его юзать особо. Поэтому я тогда пропустил этот дельт. Та же самая история с кирками, но они мне слишком сильно понравились, поэтому я не мог их пропустить. 1200, офигенные кирки. Очень нравятся, как выглядят. Но юзаю их крайне редко, потому что просто не, ну, особо не знаю, под что юзать. Вот и все. Так, сейчас, секунду. Так, обертка кицуне. Эту обертку мне придарили. Тоже, честно говоря, мне не особо заходит. Волка особо не видно на большинстве оружия. Ну и такое. Или не волк, что там это? Лиса. Ну, короче, не нравится мне. Кроме кирок, ну вот кирки их прям супер. Дельт неплохой. Остальное такое. Дальше это у нас Собакин с тремя стилями. Стандартные, новогодние и военные. Где он там? И военные. Бэкпэк миска. Стоит полторашку. Мне нравится. Я покупал его, когда еще был только один стиль. Сейчас уже три, поэтому вообще супер вложение. Так, скинчик прикольный, забавный и довольно компактный. Ноги, руки аккуратные. Особо не закрывает. Бэкпэк дополнительный. Вот собачья радость. Как по мне, абсолютно беспонтовый. Такой рюкзак довольно здоровый. И прикольная кирка, косточка. Хорошая кирка. Обертка тоже дарили мне. По цвету, если кому подходит, конечно, нормуль. Я больше использую анимационные обертки. Редко, когда простые. Поэтому эту обертку не юзаю. Есть. Следующая это Ворон за 2К. Старенький скинчик. Третий сезон. Чуть ли не символ третьего сезона из продаваемых скинов. Это Гарпия хорошая. До сих пор мне Гарпия прикалывает. И след от Гарпии. Если между двумя выбирать, я бы сейчас Гарпию убрал, потому что, во-первых, след бонусный. Прикольно. Во-вторых, все же... Ну, у меня просто до сих пор после третьего сезона вот это вот послевкусие, когда все на нем бегали. Поэтому Гарпия. Крылья тьмы. Дельт. Хороший дельт за 800. Хорошая кирка. Все. Так, во-первых, у нас все есть. И смотрите, кого добавили. Черную манту добавили, ребят. Для полного счастья я что-то сейчас так это... А вчера она была? Мне кажется, вчера ее не было. Сегодня докинули еще черную манту. Полный набор. Прям куча всего. Это все в прошлых, что по чем я показал. Зыркайте. Что у нас здесь? У нас оставили. Оставили комплект, его засандолили посередине. Занял след этот комплект. Вчера я о нем все сказал. И, ну, и повторюсь, и с комплектами только пицца нравится. Пиццу за штукарь покупать не захотел. Здесь у нас все остальное у меня тоже есть. Это Берди за 800. Любите, знаю. Это Айрон, который мне не нравится, но вы тоже его любите. За 500. Обертка прыскученный нектар. Хорошая, ну, конечно, блин, 700 стоит, зараза. Дорого, но выглядит прикольно. И эмоции. Грув. И эмоции. Идеальная защита. Эмоции сегодня паршивенькие. Как по мне.
Берди. Ее показываю, потому что знаю этот скин вы чаще всего. Любите. Бэкпэк. Миску одел. Там довольно небольшая, поэтому может кто будет юзать. Выглядит, конечно, не очень аппетитно, но довольно аккуратно. Обертка. Кирки решил эти показать, потому что клюшку вы тысячу раз уже видели. Знаете, как выглядит, а эти кирки не так часто выходят, и далеко не у всех они есть. Смотрите, какие махины. Убойнейшие. Очень нравятся эти кирки, но не знаю, под что юзать особо. Поэтому особо и не юзаю, но есть. Дельта сегодня нет. Эмоции. Грув. И идеальная защита. Где там у нас идеальная защита? Вот она. Эмоции сегодня такие себе. Тег автора СПТ на 8.3. Огромная просьба не забывать указывать. Если вам что-то приглянулись, что-то ждали, докупили, не забывайте перед покупкой указывать. Новости вчера было все. Новости нам не обновили, к сожалению. Ну, ничего. Ребят, вам спасибо большое за просмотр. Не забывайте проставлять лайкос. Жду вас на своих трансляциях, которые проходят на Твиче каждый день. В среду единственное, что возможно трансляции не будет, потому что я еду в Сочи и просто могу не успеть запуститься. Ну, или устану жестко дико. Поэтому вас всех жду на ближайшей трансляции. Следить за группой ВК, следить за Инстаграмом. Всем пока.